Представляете, как только может. А какие зубы у нее, Аленка? Аленка, смотри зубы какие у мыши. Ну, покажи зубки. Красотка. Видишь, какие зубки у нее? А лапки, видишь, какие? Задние. А вот крылышко. Это крылышко. Ну, давай открой крылышко. Ну, покажи папе. Большое смотри. Крыло. Видишь, у нее какие крылья? Вот, смотри. Вот это она, наверное, далеко полетит. На видишь, крылья какие у мыши? А зубастая, видишь? Ты видео ну, снимаешь? Это бабушка забоялась. Да. У нее такие ночи. А, видишь? Из папиных рук ничего не страшно, а ну, можно и поснимать. А ну еще раз, Рустина еще раз. Видишь, какие крылья? Летай. Трогай, ну, возьми, крылышко потрогай. Уже она зубами не достанет до крыла. Ну все, пускай. Хватит. Пускай, а то будет, оно может повредиться, не дай бог. Какая красивая как... мышка. О, смотри, какой рот открывает. Крыло такое мягкое. Видела? Как кошка. Аленка, смотри, какие зубы. Ты, короче, понял, как она работает. Смотри, как зубы. За нос я тоже. Ну что, все, выпускаем зверушку? А вона не полетит, и на дерево десь. Ну это только вечером, сейчас она не полетит. Вона не полетит. Ну что, куда ее положить? Положи ее вечером выпустим. Бабушка выпустит ее вечером. На бабушку тебе перчатку. Вона ж ходить не может, вона тільки летает. Ага. Опа! Полетела!